дальнейшем, там, в своем веке у нас очень много сотрудников приходит в налоговую службу, устраивается на работу. В принципе, какой-то стаж работы, начинание работы в отношении даже налогов, может быть, если вы начинаете с какими-то финансовыми сложностями или хотите в дальнейшем узнать более детально об этих моментах, приходит к нам инспекция, начинающие как бы знания, получая тоже в инспекции работы и при этом получая какой-то навык тоже по налогам. Значит, сейчас я предоставлю слово Кирьяновне Михайловне. Она вам расскажет про личный кабинет налогоплательщика, который, в принципе, интересует всех физических лиц. Да, может быть, кого-то из вас интересует, может быть, кто-то уже знает об этом, да, в момент таких. А я уже расскажу потом по налогам, какие ставки бывают, и какие сложности возникают с физическими лицами, которые действительно не грамотно относятся к тем налогообложениям, которые не знают по знаниям.